На этой вечеринке нет права на ошибку в составлении своего праздничного образа, а все потому, что свой третий день рождения отмечает школа стилистов iLook. Концентрация моды и стиля в этот вечер была высокой. События обязывают. Очень сильно хотелось, чтобы было максимально много наших учеников. Учеников из прошлых выпусков, из этих выпусков девчонки нам даже помогали организовать мероприятия. Ну и, конечно же, это самые модные и стильные люди нашего города, то есть непосредственно те, которые работают в модной индустрии города Челябинска. Здесь никто не боится выглядеть слишком вычурно и ярко, ведь настоящие стилисты знают, что залог успеха – это не бояться того, что о тебе думают окружающие. Мне научили насмотренности, я начала читать журналы о моде, начала смотреть показы. Теперь я уже думаю наперед, что мне покупать в следующем сезоне. Выделяться из толпы, и сейчас меня это не смущает. Если раньше я боялась каких-то взглядов, то сейчас я в себе уверена, я стилист. Официально эта вечеринка может считаться второй после открытия школы, поэтому этот день рождения отмечают с особым размахом. Процветание, благополучие, побольше учениц, хороших учениц, ну и девчонкам, чтобы они дальше развивались сами и классные. Чтобы они всегда творили для своих будущих учениц и заряжали их таким же позитивом. С днем рождения, iLook School! Интересно в этот вечер было и тем, кто не имеет профессионального отношения к стилю. Гостям предложили мастер-класс по составлению гардероба, а также 6 коллекций от российских дизайнеров.